Всем привет, друзья! Вот, наконец-таки я дошел до аналитики видео «Сущность загробного мира вышла из зеркала в доме колдуньи». И начнем сразу с первого момента. Это на минуте 4:04, когда подхожу я к окну, шевелится тюль. Эта тюль еще шевелилась в начале видео. Я рассказывал в самом вступлении то, что дверь в этом доме заколочено, и ход единственный через окно. Вот как раз-таки в этом окне я и залезал в этот дом. Там нету стекла, поэтому ветер двигал вот эту тюль. Интересный момент, это на минуте 6:42, когда я приступил к ритуалу со свистком. Вот эта дорожка, сделанная из свечей, начала потухать. Вот вы сейчас видите этот момент. Будто бы кто-то прошел. По поводу того, что это ветер или сквозняк, я стоял как раз рядом там, и я не ощущал никакого ни ветра, ни сквозняка. На минуте 8:15 был какой-то странный звук в тот момент, когда я подходил к зеркалу. Связано это ли с паранормальным, или это какой-то иной звук? Возможно, это звук свечей, либо полов. На минуте 12:14 четко слышен треск зеркала. Тогда, когда я стоял уже у зеркала, я так понимаю, что вот эта сущность, она пыталась освободиться с этого зеркала. Я как бы при помощи свистка, ритуала, скорее всего, призвал. Но эта сущность находилась в зеркале. Видимо, ей не хватало сил на тот момент. Вот в этот момент, когда трещало зеркало, ей просто не хватало сил освободиться с этого зеркала. И, ну, по итогу она освободилась, но это чуть позже вы увидите, кто еще не смотрел. Эта сущность просто набиралась энергии. На минуте 12:28, тогда, когда вот я сказал, что эта сущность находится в зеркале, поэтому зеркало трещало, она пыталась выйти оттуда. И вот с краю там видно, будто бы чье-то лицо было. Внимательно, если приглядеться, то можно понять, что зеркало все было грязное, и, скорее всего, вот это лицо, это просто игра вот света, нижняя вот эта свечка, которая стоит, отражение, плюс камера, ракурс камеры был взят так, что будто бы в зеркале чье-то лицо. Также интересный момент на минуте 13:27, тогда, когда я подходил в другую комнату, вернее, это не комната получается, а как бы прихожая, там, где входная дверь, и возле окна будто бы кто-то стоял в каком-то, не знаю, в какой-то накидке. Вот сейчас вот этот момент видно, и посмотрите, будто бы реально кто-то стоит. Такая иллюзия сложилась от того, что как бы мало света было, освещенность плохая, и будто бы вот какой-то призрак в каком-то одеянии стоит. Вот это, друзья, это была обычная занавеска, которая висела на окне. Но в этот же момент позади меня закрывается зеркало. Здесь уже конкретно вот эта паранормальная сущность, я так понимаю, уже вышла из этого зеркала и закрыла его. И вот на минуте 14:01 зеркало снова открывается. Либо эта сущность так пыталась меня напугать, чтобы питаться моим страхом, моей энергией, чтобы набирать себе сил, либо что-то иное. На минуте 15:45 появляется лицо в центре зеркала. Здесь также, возможно, игра света, также вот эта грязь, которая была на зеркале. Но здесь видны четкие черты лица. Виден вот нос, глаза, лоб, подбородок. Поэтому, если такая игра света и грязь, то, блин, реально четко сложилась картинка лица. И на минуте 19:42, когда я держал камеру в сторону окна, в которое я залезал, справа меня послышался звук. Этот звук был
что-то наподобие шипения. Скорее всего, она не смогла выйти из этого дома и осталась как бы вот в этом зеркале. Визуально эту сущность я не видел. Я только помню, что когда у меня будто бы вот с рук выхватили камеру и подбросили ее. А вот в тот момент камера, когда упала, эта сущность не принесла мне никакого физического вреда, только вот сбила камеру. Она пыталась этим, скорее всего, она пыталась этим меня напугать, либо прогоняла меня с этого дома. И, возможно, вот это, что я называю сущностью, возможно, это вообще просто дух той бабушки. Вот как я говорил на видео, она занималась черной магией. Я уже рассказывал историю, что когда ведьма умирает, разбирает потолки. В доме разбирает потолки, открывает печку. И вот тогда ее душа, душа ведьмы, освобождается. Когда этого не делают, вероятность то, что душа ведьмы останется в доме. И скорее всего, что когда она умирала, было открыто зеркало. И вот ее же нашли только через несколько дней. И ее душа перешла в это зеркало. Далее, друзья, будет видео. Кто не смотрел, посмотрите это видео про этот дом. Приятного просмотра и удачи! Это был пипец. У меня, короче, сбило камеру с руку. Всем привет, друзья! Сейчас я нахожусь в заброшенном доме. По рассказам, в этом доме жила старая бабушка, ей уже под 100 лет, и якобы она занималась черной магией. Ну, то есть колдунья. Умерла она в одиночестве в этом же доме. Нашли уже ее через несколько дней. Местные жители говорят то, что заходя в этот дом, у них начинает болеть голова, им становится плохо. Либо это, опять же, местные байки, либо на самом деле здесь есть какая-то паранормальная активность, возможно, даже и душа той старой бабушки. Я сегодня попытаюсь выяснить, на самом деле тут находится что-то иное, что-то потустороннее. Также на диктофон задам ее вопрос, если здесь что-то есть конкретно, да, то задам вопрос, что ее здесь держит и кто это вообще. Потому что если она занималась черной магией, возможно то, что здесь могут быть и демоны. И, ну, в общем, всякая потусторонняя сущность, темная сущность. Сейчас я вам вкратце быстро покажу этот дом. Дом заколочен, дверь заколочена, поэтому вход единственный вот позади меня, где шевелится занавеска, это единственный вход через окно. Сегодня я здесь проведу ритуал со свечками, со свистком. Дожидаться не буду, буду проводить его сразу. В общем, погнали, друзья. А перед этим хочу поздравить победителей стрима. Победитель стрима Dark Lady. Также победитель стрима и топ-донатер Огненный Цветочек. Сейчас я вам покажу вкратце дом. После смерти этой бабушки здесь все разграбили. Даже вот здесь, походу, стояла печка. Даже и печки нет. Вход на чердак. Вот эта дверь. Она закрыта. Подвал здесь не глубокий. Вещей нету. Здесь стоит разбитый шкаф, стул и икон. Ну, это еще какие-то тут причиндалы.
В общем, сейчас я подумаю, где мне лучше расположиться. Скорее всего, наверное, здесь. Расставлю свечки. А либо там. Расставлю свечи. И буду приступать к ритуалу. Пока что, вот сколько я здесь нахожусь, минут 15-20, ничего не слышал, ничего не видел. В общем, все, как все сделаю, включусь. Друзья, смотрите, здесь было зеркало. Я решил, если получится, выпустить эту сущность на время, соответственно, при помощи свистка, чтобы она, эта сущность, шла на свечку. Наша помощница, ну, как бы она рассказывала, что с зеркалами так можно делать. Якобы делаешь дорожку из свечек и одну ставишь в конце. Куда, ну, чтобы эта сущность видела, куда идти из потустороннего мира. Я так ни разу, конечно, не делал, но попробовать можно. Сейчас я сожгу свечи, возьму свисток. Кстати, вот мне еще сомнительно, чего сомнило, если эта женщина, бабушка, это занималась черной магии, откуда здесь интересная икона тогда? В принципе, на моей практике случалось такое, что, и много историй я слышал, что люди, которые занимались черной магией, они, у них были иконы в доме. Зачем это, как бы, не могу сказать. В общем, все, сейчас зажигаю свечки. И буду приступать к ритуалу. Сейчас ставлю на запись диктофон возле зеркала. Также по поводу свистка. Я не буду вставлять звук свистка, потому что многие люди попросили меня не делать этого. Боятся то, что к ним домой может кто-то прийти из потустороннего мира. В общем, я вместо звука свистка поставлю фоновую музыку. Так, все, друзья, начинаем. Друзья, здесь реально что-то есть. В общем, сейчас я когда к камере подходил, будто бы такое сильное-сильное притяжение к полу. Аж голова закружилась. Либо эта сущность вышла. Не знаю, слышно вам или нет.
зеркало. Покажись, если ты здесь. Покажи в зеркале. Покажи в зеркале, если ты здесь. Свет не кашу. Все, у меня тускло горел. Ты здесь? Покажись через зеркало. Сущность, походу, в зеркале. В общем, друзья, прождал, наверное, минут 10. Пока что тишина. Ничего нет. Было пару шорохов и стук в той темной комнате. Так, больше ничего. Какие шумы? Фу, блядь.
Ух. Thank you.
общем, друзья, все. Я добежал до ближайших домов жилых. Это был пипец. У меня, короче, сбило камеру с рук. Вот эта фигня, не знаю, какая-то сущность какая-то бежала прямо на меня с той комнатки. Сбила камеру, но мне ничего не сделала. Я поднял камеру быстрее, все вещи поскидывал с окна и убежал. В общем, все. Это все, друзья, я уезжаю сейчас домой. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Группу ВКонтакте, Инстаграм. Все ссылки будут в описании, друзья. Всем пока. Это жесть была.